со скоростью улитки. Учись математике, играя. Игроки ставят свои улитки на старт и берут по 6 карт. Цель игры — прийти к финишу первым. Улитка ходит вперед на количество ходов, равное количеству выложенных карт. Карты скорости игроки выкладывают по правилам. На карту скорости можно положить карту с таким же числом, либо на единицу меньше или больше. Улитка проходит на 5 клеток вперед, игрок добирает карты до 6. Специальные карты увеличивают или уменьшают значение на 3, 5, 10 и любое число. Следующий игрок продолжает последовательность предыдущего. Если игрок не может выложить карты, он берет из колоды карту и пропускает ход. Побеждает игрок, первый достигший финиша. Со скоростью улитки. Это веселая игра, которая научит складывать и вычитать.